чтобы против вас не сплетничал конкретный человек, можно совершить следующий ритуал, если только вы на 100% уверены, что этот человек реально сплетничает и говорит непристойные вещи про вас. Сразу после заката обмотать свечу черной ниткой, да так сильно, чтобы она впивалась в воск, и наговорить на нее: «Кручу-верчу, заворачиваю, на тебя, имя врага называете, твои слова оборачиваю. Что сеял, то пожнешь, слово мое крепко и лепко». Затем свечу зажечь, и когда она будет догорать, произнести слова: «Да будет так». Огарок свечи отнести на перекресток и оставить там нечетное количество монет.